Здравствуйте, дорогие зрители, садоводы, огородники и любители жизни на юге в собственном доме. Спасибо вам большое за ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях. Вопросы очень дельные, некоторые просто не ко времени, потому что сезон посадок здесь в южном климате либо ранней весной, либо позже, в сентябре. Поэтому еще будет тема для разговора подробно. Сейчас просто коротенько, чтобы какое-то общее представление у вас сложилось. Значит, меня спрашивают про посадку и уход за хвойниками. Вот посмотрите, вот эти хвойники, которые здесь, они молодые на моем участке. Это ель голубая, это туя западная. Вот там чуть подальше это можжевельник. Я их сажала осенью, когда приехала. Они, в принципе, хорошо перезимовали, хотя ветрами их потрепало изрядно. Я смотрю, они пошли в рост, они были совсем маленькие. Что нужно помнить, когда вы сажаете хвойники? Во-первых, у хвойников корневая система очень поверхностная. И все, что сидит рядом с ними, если это не однолетние цветы, оно может пострадать. То есть желательно определять большое место для их посадки. Второе. Хвойники нужно сажать вровень с землей, потому что вы, если их заглубите, то они могут погибнуть и загнить. И еще, главный показатель хвойников, вы посмотрите, когда они хорошо прижились. Вот, сейчас весна, вот такие почки роста, то есть здесь идут молодые побеги на них. Если на них идут молодые побеги на елочках, на соснах, там у меня еще есть пихта, то есть значит с ними все хорошо. Или вот видите, листва зеленая, до этого она была такая потрепанная, желтоватая, ветрами ее потрепала, но в принципе все в порядке. Хвойники можно использовать и для живой изгороди. Кто-то меня спрашивал, еще один вопрос был про живую изгородь. Так вот, хвойники хорошо используют для живой изгороди. Те же туи, кипарисовики, те же можжевельники. Ели и сосны не стригут, у них вот эти молодые побеги выламывают, и тогда они не растут вверх, а кустятся, и получается шикарная живая изгородь. Значит, удобрение для хвойников продается. При посадке, ну, обычная дренированная хорошо земля. Если у вас низкий участок, хорошо сделать дренаж из камешков, вот ту же муру, которую здесь привозят, или какой-то битый кирпич, или что-то керамическое, чтобы впитывало влагу. Ну вот, собственно, и все. И молодые хвойники, пока у них не прижились корни, не сформировалась корневая система, нужно проливать, проливать и проливать в этом климате. Ну и, естественно, подкармливать, в принципе, ну вот и все. Не сразу после посадки, где-то через месяц, наверное. Про живые изгороди был вопрос. Когда вы спрашиваете про живую изгородь, сразу нужно понимать, какую цель вы себе ставите. Либо закрыться от соседей, либо задекорировать забор, либо сделать что-то непроходимое, ну, чтобы и закрыться от соседей, и чтобы никто не проник на вас в участок. Значит, для живой изгороди подходят очень хорошо тоже все виды туй, ну, в виде колонны или пирамиды, потому что надо учитывать, что хвойники, туи и можжевельники, кипарисовики бывают как высокорастущие формы, так и низкорастущие формы, шаровидные формы. Для того, чтобы это знать, ну, нужно как-то агротехнику понимать и знать сорта. Для этого существует интернет, там очень много информации. То есть, когда вы идете в питомник или у кого-то что-то покупаете, вы должны четко знать, какой сорт вы покупаете, иначе ошибок не избежать. Низкорослые сорта могут расти годами на альпийской горке или на участке вдоль бордюров, и прирост у них будет составлять 3-5 сантиметров. Когда вот эти туи, они по 20-30 сантиметров и по полметра бывает в год прибавляют. Значит, есть живая изгородь листопадная, а есть живая изгородь вечно зеленая. Вечно зеленая – это хвойники и плющ. Плющ растет в этих лесах. Здесь я видела живые изгороди, которые из лесного плюща сделаны. Смотрится очень симпатично, но уныло. Все хвойники зеленые. Либо надо разнообразить какими-то цветными формами, желтыми или какими-то ярко окрашенными. Либо какую-то подбивку делать из цветных кустарников, либо из роз. Вот тут плетистая роза. Из нее тоже можно сделать живую изгородь или арку. Все, что пожелаете, то есть было бы желание. Живые изгороди из листопадных кустарников бывают очень достаточно непроницаемы даже для света и глаза. Я видела живую изгородь, например, из боярышника, да еще он с такими большими огромными колючками, которые смотрятся весьма внушительно. Кроме того, дерен,
с белыми листьями, очень декоративен бирючина. Ну и все живые изгороди практически можно стричь. У меня на даче так странно получилось, по ошибке посадили не тот сорт ивы и сделали живую изгородь из ивы, которая растет кустом, ива кустовая. Она тоже и воду в себя вбирала, и смотрелась очень замечательно. Еще одна разновидность живых изгородей – это вьющиеся растения лианы, многолетние. Самый беспроигрышный, конечно, это девичий виноград. Он вам быстренько все заплетет. Единственное, что он опадает на зиму, это листопадная лиана, но зато он очень красив и летом с зелеными листьями, он несъедобный, и красные листья осенью. И хмель. Хмель – это растение, которое декоративно только летом, на зиму побеги умирают, чтобы снова из земли вновь возродиться. Ну вот, собственно, и все про живые изгороди, так коротенько. Если подробно что-то кому-то, но это ближе к осени, про живые изгороди. Еще была тема про то, применяют ли здесь навоз как удобрение или обходится покупным. Да, конечно, применяют. Здесь очень много личных пособных хозяйств, очень, я думаю, что много объявлений на Авито. Я покупаю, например, навоз в мешках. Обычно его так здесь и продают, это удобно, не надо загромождать участок этим навозом. То есть есть люди, которые продают, этим зарабатывают. Ну, пожалуйста, тут их можно найти масса и по объявлениям, и по знакомствам. Я нашла девушку, которая мне и кроличий навоз бесплатно отдает, то есть как-то так, и покупаю у нее перегной навоз, мне этого, в принципе, хватает. Но для того, чтобы у вас был свой какой-то источник хорошей земли на участке, и для мульчирования этого, вот тут-то вам и пригодится компостная куча. Был вопрос по то, нужны ли компостные кучи в Краснодарском крае? Да, конечно же, нужны. Вот у меня там на заднем плане, вам не видно, муж уже строит компостную кучу по моему чертежу. Я вам потом, когда она будет приличный вид иметь, все расскажу, покажу, как она должна быть устроена для того, чтобы вы получили рыхлую, пригодную к любому использованию, хоть в парнике, хоть для мульчирования, хоть для цветочных горшков землю. Поэтому компостные кучи здесь актуальны. Как закрыться от всяких бродячих котов и прочей живности, я тоже скажу про это. То есть это можно сделать. Еще один был вопрос про вредителей. Честно говоря, я немножко с одроганием жду, когда это все активизируется. И если я про вредителей сада, огорода, я как-то понимаю, что делать, опрыскивать, то про таких вредителей, как медведка, колорадский жук, все, что здесь встречается в таком большом количестве, я, честно говоря, не очень понимаю, что делать. Ну, с муравьями я как-то поняла, как бороться. Тут нашла один рецепт, такой народный. Хочу его попробовать, потом вам расскажу. Ну, про медведку я слышала от местных садоводов, что они борются химическими способами. Больше никак. То есть продается и гром, и гризли. Рассыпается это. И говорят, что медведка не любит посадки бархатцев. Поэтому вот, попробуйте. Может, как-то обменяемся мнениями. Я думаю, что про вредителей я еще соберу информацию, про таких вот крупных. Поэтому есть кому чего тут съесть ваши посадки. Не успеете посадить, как сразу все вылетает и начинает этим лакомиться. Поэтому вредители вопрос достаточно актуальный. Я к нему тоже хочу подготовиться, собирая информацию. Мне самой это нужно, самой это интересно. Еще два инструмента хочу вам показать, которые облегчат вам здесь работу. Потому что, ну, все мы люди серебряного возраста, и в наклонку нам работать уже очень тяжело. А сорняки здесь растут просто не по дням, а по часам. Так бы хорошие растения росли. Это плоскорезы Фокина. Вот этим вот маленьким очень удобно рыхлить корку, не повреждая корни растений. А вот этим вот большим, ну, яма я, конечно, не копаю, но подрезать сорняки и даже самые злостные, ну, очень даже запросто. Поэтому вот, если кто-то пользуется, у кого-то есть, здесь они продаются тоже, ну, возьмите себя на вооружение. Я говорю, что наклоняться не нужно, очень удобно и очень хорошо. Так играючи прошлись по огородику, если он небольшой, у вас минут за 20 справитесь со всем участком. И еще один важный совет огородникам, которые выращивают что-то в парнике в здешних условиях. Дорогие граждане и товарищи, парник надо обязательно притенять. Это солнце очень яркое, очень активное. И у меня по первости, пока я не притенила, думала, весна, еще успею. И помидоры обгорели листья, высаженная рассада, и огурцы. Семидольные листики побелели, но слава богу, что я вовремя спохватилась, успела, и не прижились основные листья. Поэтому притеняйте парник спанбондом. Я взяла посильнее спанбонд, потолще, посмотрю. Может быть, нужно будет сменить его на более тонкий, но мне кажется, нет. Растениям хватает света, потому что солнце очень высоко и очень сильно прогревает парник.
Оно очень яркое для растений, и мне комфортно. Про газон, который портит мне настроение у меня на участке. Эта тема была в вопросах, избежать я ее не могу. Значит, рассказываю, в чем моя ошибка и как должно быть. Газоны здесь нужно сажать очень рано или поздно, где-то в сентябре. Очень рано, ну потому что здесь все пересыхает. Вообще, конечно, пересыхает здесь все капитально. И надо постараться, чтобы молоденькие растения принялись. Поздно в сентябре, для того, чтобы он успел отрасти, и вы сделали 1-2 укоса. Нельзя газон в зиму отпускать некошенным. Это для него, для молодого газона, очень губительно. Он может и выпреть, и сгнить, и все, что угодно с ним случится. В общем-то, это не очень хорошо. Значит, смотрите, у меня не было инструмента, я свой газон не прикатала ни в начале, ни потом, когда все это посадила. И тогда еще не было распылительного шланга, поливала его через струю, зажимала его пальцем. Поэтому, соответственно, скатилась как попало все, сдвинулась тоже как попало. Отрастает он здесь очень плохо, земля покрывается коркой, но рыхлить я ее не могу, потому что боюсь двинуть молоденькие росточки. Ну, что есть, даже не могу выпалывать сорняки, потому что ступать туда боюсь. Хотя, в принципе, я думаю, ничего страшного не случится, попробую сегодня. Значит, технология посадки газона. Кратко, газоны бывают для того, чтобы по ним ходить и для того, чтобы ими любоваться. Соответственно, технология такая. Любоваться — это мавританские газоны, альпийские газоны и английские газоны, по которым не ходят, а просто их созерцают для того, чтобы получить удовольствие. Значит, если вы хотите посадить газон, по которому нужно ходить, вы разравниваете свою местность, выбираете все сорняки, палочки, камешки. Это очень трудоемкая работа, поверьте мне, в этой земле. Этот газон я копала чуть ли не со слезами, разбивала все комочки. Потом вы его желательно перекапывать его сразу же с удобрением, ну, типа кемиры, вот такой вот. То есть разбрасываете, перекапываете, разравниваете, потом утаптываете или укатываете, как сможете. Утаптывать можно обуви на плоской подошве, но вообще есть обычно специальные катки, которым прикатывают газон. То есть должны все комочки земли осесть, чтобы семена не провалились. У меня они, конечно, провалились, потому что мне было некогда, я торопилась, пока не наступила жара. Потом вы берете грабли, делаете бороздки, смешиваете газонную траву с песком. Я не смешивала, решила, что и так сойдет, потому что семена были крупные, не сошло. И рассеваете как бы в шахматном порядке, как вам позволит, ну, двигаясь по газону. То есть смотрите, если у вас смешано с песком, то это очень хорошо видно. Потом снова прикатываете, чтобы птицы этот газон не растащили. Поливаете, сбрызгиваете, ну и все. И ждете всходов, при этом поливаете, ну, я не знаю, как часто. Я поливаю вот каждый день. Или там через день, чтобы молодые растения не погибли от жары. Вся технология коротко такая. И на прощание хочу показать вам две нужные вещи, которые, может, вам помогут, слегка облегчат ваш труд. Вот смотрите, это вот такая книжечка. У ландшафтных дизайнеров называется «Посадочная ведомость», а у нас книжечка, куда вы записываете все свои растения, названия, как выглядят, описание, короче, высота. Вам будет удобно, когда вы их сажаете, вам будет удобно руководствоваться этой книжечкой. И если что-то у вас там подзабылось, как сорт называется, или какой он будет, то есть вам, посмотрите, вам все это будет удобно. Бывает, спрашивают люди, а это у тебя что? Ой, я не помню. Посмотрели, открыли книжечку, посмотрели, какие-то особенности агротехники возделывания, все понятно. И вот такой фартук, я как называю его рассадочно-посадочный, который я себе сшила. Вот тут есть вот 4 кармана и вот такие маленькие кармашки, ну там для ключей, для телефона, для каких-то важных вещей, которые вам надо носить с собой по участку и не бегать все время дома. Ничего не вываливается, вот кармашки на липучках для таких особо ценных вещей. А сюда можно положить и всякие веревочки, и пакетики с семенами, и какие-то ножницы, и секаторы, и все остальное, все будет при вас. Сняли, постирали этот фартук, и одежда не пачкается. В общем-то, достаточно удобно. То есть, если вам это поможет в работе, я буду рада. А так, смотрите наш канал, мечтайте и делайте. Всего доброго, до свидания.